Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаут, и надеюсь, что я с вами буду всегда. Ну что, мы сегодня будем с вами продолжать проходить игру Jurassic World. Еды надо не заказывать, она мне тут, смотри, походу до максимума прокачан. Так, денежка. Короче, это долго все делать. Я там уводился с прошлой серии, то вон кубатор, я уже забыл. Так, у меня тут... О! Какой у меня тут сборник-то хороший. Интернет у меня, кстати, наладился, и это круто. Теперь вот могу вот для вас снять новое видео. Тилозавр, отлично. У меня сейчас, походу, я сделаю эволюцию тилозавра. Так. Окей. О, 50-й уровень, круто. О, легендарного этого можем выбить, а из него вроде гибрид какой-то делается. Помните-ка, какой из него гибрид делается? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но я точно знаю то, что из него кто-то должен делаться. Не может такого, чтобы из него никто не делался. Так. Тилозаврик. Еды нет. Практически. Уж кушай. Вот быстрая прокачка в уровне. Это просто зачетное обновление для этой игры. Так. Блин, а что-то все вот нажимаю тут. То ж не надо нажимать. Так, и еще у меня тут один. Есть. Так, все. Сейчас быстро тебе эволюцию мы сделаем. О! Так. Отлично. Еще у меня тут муха села на экран. Так. Все. Водичку выпускаем. Тут еще сейчас, походу, 30 уровня вообще тут доведем. Тут я слышал, турнир проходит, но я в нем не буду сейчас до доминатора набираться. Добираться, смысл добираться до доминатора сейчас. Хотя можно и попробовать. Ну, короче, сейчас подумаю. Так. Можем мы набор VIP открывать, но я считаю то, что нефиг его открывать. Если будет что-нибудь стоить, то это откроем, посмотрим, из чего добавят из этого списка. Так. Тебя надо покормить, хорошенько покормить. О, все, молодец. И тебя давай. У меня два таких прокачанных. Так, все. Наборы. Что у нас насчет VIP? VIP-парк Земля. Арктантус. А у меня он 40 уровня. Че, у меня его нет? Не, вот он. А, он у меня 30. Надо нам сейчас... Арктануса тут пооткрывать. Хотя бы 4 штучки. А дальше посмотреть. Ну да, 4 штучки.
Наш он такой сильный. Так. И еще. И еще все. Думаю, это у нас сейчас хватит. Теперь надо закупиться едой. Так, обычную фуру откроем. О, хорошо. Так, что у нас там насчет? 12 часов на прозвездатка. Так, тут у меня все красиво, тут у меня босс убитый, ты у меня какой? Ладно, нормально. Так, Арктантус, ой, блин, я ж не вывел у тебя этих друзей-то, точно. Блин, динозавров у меня столько, завались просто. Никуда от них не денешься. Прям ужасно. Я б вам их всех раздавал просто пачками. Даже мне, в принципе, столько и не надо, и это больно много. Беспорядок просто полный. Отлично. Артакантус, вот, Артакантус его зовут. Запомните это. Так. Отлично. Прокачали его на раз, два. Отличненько. Помещаем. Вообще супер просто. Слава Артакану. Кстати, сегодня на рыбалку ходил. Вообще супер просто, но клёв не прёт, все-таки не прёт он так хорошо. Стопа, это чё, тип новенькая? Мне показалось, то что-то это потемнело слегка. Так, клёв не сильно хорошо идет, но это нормально. Так, для начала сегодня погода была жаркая, классно было, наконец-то одел свой летний наряд, надо будет мне новый еще брать. Потому что я уже старый вообще перерос. Ужас. Небось вы тоже, наверное, переросли старый свой наряд. Так. Мясо ему. Обязательно. И отлично, теперь 40-й уровень. Здравствуй. Так, отлично. Надо жрать. Еще.
отлично. Какого красавца сделает у нас еще? Турнир с усилениями, столкновение, хищник один. А кто у нас тут будет? Ничего себе! Дифозавр. Точно, у нас новые гибриды появились. У нас появились новейшие гибриды. Это ты? Да, ты. Дилофазавр уровень 40, да? Нужен дилофазавр. Он у нас есть. Дилофазавр. Так, активейтед. Пока двое. Двое у нас тут пока вот. Из них у нас будет будущий гибрид. Поэтому пусть они там пока посидят тихо. Ты у меня кто? Лего детеныш. Так, выиграйте лучшие призы. Скоро в игре. Схватка. Схватка. Охренеть, сколько я тут битв напропускал. Ну-ка. Так, ты кто? Так. Сожарим с потрохами. Сейчас одним индоминусом. Зарешаем. Отлично. Ты кто такой? Почему ты так слабо? Дал бы мне посильнее. Мочи меня. Так, так, ну все. И нифига с тобой разговаривать. Морда. Отличненько. Фахицовый фазавр есть. Водить мы не будем, потому что мы вот так и назад. Так, ну, фазавр. Да вообще вот так вот зарешаю. У меня как бы самый мощный. Зарешал просто. Так, отлично. Тебе мы открыли. Стопа, а чё тут? Просто так хренью всякой занимайся. Может быть, он у меня уже открыт был. А? Или не было, нет.
могу тут ее купить? Так, а, он у меня открыт, отлично. Закупаемся им. Просто закупаемся. Так далеко там. Далеко, пипец просто. За ним тут пока доедешь. Отлично. Так, 6 это мало, надо будет еще двоих сейчас купить. Таких. Так, отлично. Двоих забираю. Точнее, всех сразу забираю. Так, хищники. Хищниках мне нужен будет сейчас. Где? Мандилофазавра. Мандилофазавра. Охренеть, у меня тут карт, конечно. Мне даже разбираться тут не хочется со всеми этими делами. Это же просто ужас. Так, пынь-пынь, все. Ну и звезды тогда у меня. Такой обыкновенный, самое главное. Но мы из тебя сейчас сделаем просто такого легендарного, эксклюзивного динозавра, который не всем достается-то. Отлично, блин, у меня тут что-то... Аваст. Ладно, так. Отлично. Почти завершилась эволюция у нас. Почти самое главное. Все супер. Тебя мы тоже берем. Эволюция. Так. Фух, да, замучишься. Наверное, мы в следующей серии попробуем побиться-то. А в этой серии мы просто сделаем это. Идем его до 40 уровня, вот. Вот так я и сделаю. Отлично. Так. Кормёжки-то.
Так. Интересно становится. Но все-таки ты слабый. О, как хорошо, с первого раза. Первого раза вообще супер. Огонь просто. Отлично, налопался. И т-т-д-д-д, слияние в легенду гибридскую из нового обновления. Пошел, поехал, как говорится. Интересно, сколько он будет стоить ДНК? Небось сильный. Очень интересно. Наверное, хищный, да, стопудово он хищный. Орлифозавр, что вот тут посидишь. Смотрите, как он выглядит. Просто... Это... Чудо природы. Так, давайте его... Вот на место своего... Нашего старого доброго эрликозавра поставим. Так. Сколько ты будешь стоить? В нашем гибридном каталоге 43 тысячи. Ничего себе, видимо, ты такой буйный парень. 43 тысячи ДНК. Ну, закупим сколько сможем. Сколько сможем. Эрлифозавр. Только у нас будет. Остальную штуку я не могу купить. Хотя я могу, я все могу. Я ж умею продавать ненужные вещи. Я сейчас добуду ДНК. Очень
Отлично, неплохо. Самое главное, легендарный еще, мало того. А, не хватает немножко. Так, ну кого приведем в жертву? О, тебя. Все. Отлично. Тебя мы привели в жертву монстру сильному. Дорогому. Безумно. Ух. Прям захватывает дух. Сейчас доведем его до 40 уровня, я его сравню с эрликозавром. Тьфу, какой эрликозавром? С аркозухом, во. Самое главное, у него и гребень тоже есть, как у дилофазавра. Ну и перья как у эрликозавра. Тебе тут оборотиков наделаем. Ну, уже 51 уровень, для чего я тоже? Скрещивали травоядные с хищным, и в результате все-таки получился хищный. Хищные гены травоядные съели. Я мог получиться и травоядный, но хищный жить это пострашнее, позубастей. Так,
Так, еще оборотик набираем. Я не завершу серию, пока мы его не прокачаем. Отлично. Тут мы еще. Самое главное, у нас ДНК должно сейчас хватить, оно обязано просто хватить. Немножко жить тратим. Так, 10 миллионов еды ему надо. Чтоб прокормить. Ну, я так думаю. Ну, красавец какой. Охренеть, уже съел. Ты подрежь. По 3 миллиона, ребята. Боже. По 3 миллиона. У него почти 10 тысяч жизней. А за сколько мы тебе продадим? 172 тысячи ДНК, охренеть. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут. Вот такого мы сегодня вывели монстрика. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить наши новые серии Jurassic World. Ну что ж, всем удачи, всем пока.